Всем привет, дорогие друзья! Я рад поприветствовать вас в рубрике Nostalgia Games, и это Unreal Tournament 2004. Это игра, про которую, возможно, все давно забыли, а кто-то даже и не знал. И я, пожалуй, напомню вам про нее. Кто ее помнит, те ставьте лайки обязательно. Да и те, кому она просто понравится, тоже ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. И что ж, давайте просто поиграем. В чем проблема-то? Давайте создадим новый аккаунт. Кто у нас тут будет? У нас тут. Давайте с моих любимых поиграем. Что, все что ли? Больше никого нельзя? Стоп, секундочку. Что-то я. У меня экран съехал как-то. Простите уж. Ладно. Вот, так-то лучше. Так, все, теперь у меня экран не съехал. И Instant Action. Давайте поиграем в... Вот, не знаю, давайте... Давайте по очереди по несколько бойков, так сказать, поиграем. Давайте конвой. Первая карта, которая попадается. Конфигурация карты. Конфигурация карты — это просто... Хорошо. Так, ладно. Я уже не помню. О, вот, мутатор, точно. Так. Добавить все, короче. Все. И что? Ай, блин, черт, я вообще уже в управлении забылся. Это скопичили. Все, давайте. Начинаем, ребятки. Это Unreal Tournament 2004. Любители графона, сразу прошу, отключите это видео, потому что это видео не для вас. Хотя графика тут вроде бы как есть. Ну, на то время, когда я играл, она была. Окей, 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 хватит балакать. 2-1. Что? А. Так, давайте возьмем Rocket Launcher. Что, простите? Так. Насколько я помню. Тут каждый сам за себя или как? Я немножко забыл. О, черт. Блин. Да. Так, тут вроде бы стоит slow motion на смерти из мутаторов. И... Кто помнит эту штучку, ставьте лайк. А, черт. А, да. Что-то тоска, печаль какая-то. Видимо, я давно уже вообще не играл. Давайте возьмем миниган. Хотя нет. Так, печаль, тоска, как его? Ой. Ну, ладно. В атаку, ёптель на. Move, 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 motherfucker. Так, ладно. Кто? Давайте, печаль, тоска. Конвой, ёптена. Какие у них большие головы, это просто офигеть. Ой, помню эти штуки, ай, противные. Отлично, отлично. По мне не стреляй, мудак. А, блин, это чужая была, ёперный балет. А это, думаю, что здесь за хрень происходит. О, супер.
Так, отлично, отлично, отлично. О, о. Тихо, 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 тихо. Отлично, я открыл какую-то странную дверь, я не знаю, что за дверь, но я думаю, что лучше бежать за нашими. Они лучше знают, куда идти. А, да. Почему я сюда вернулся? Так, ладно. Боже, как я помню эту хрень. Я помню эту хрень, я все это помню. Какое блаженство. Ладно, куда там? А, сюда. Да, точно. Черт. На сволочи. Эти странные миниганы, которые стоят. Это просто убожество. Давайте, спавните меня и погнали рушить и мочить всех, кого будем видеть. А, вон, дверька, я забыл что-то. Да, что-то не прет, как-то не прет. Хотя все прет, но... Но не прет. Что? А, ладно. Впрочем, срать. Так что... Оп, 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 финт, 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 ёпта, финт. Ага. Финт, ёпта. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чёрт. Срань господня. У меня должен быть... сейчас. Assault Rifle Shield. Шо, у меня нет ретранслятора, что ли? Оп, 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 оп. Оп, оп, печаль, тоска. Давай, 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 давай. Отлично. Давай, давай, давай. Какое же тут рубило можно бы устраивать было, а? Ой, чёрт. Давайте ракеты. Давайте, давайте, давайте. Отлично, мы стырили ракеты. Nexus. Ракеты Nexus. Это замечательно. Сейчас мы должны будем, видимо, защищать. Ага, отлично, я буду защищать всю эту байду. Збыс. И? Почему я не могу стрелять? А, вот, все. Замечательно. Я не вижу, по кому я стреляю, я просто стреляю. Так, я кого-то, наверное, срохнул уже, не знаю. По кому стрелять? Я не вижу никого. Черт возьми. Покажите мне, по кому стрелять, мудаки. You killed Tamika. Tamika, Tamika, ты кто такая, Tamika? По сути, Гамлет тут еще есть какой-то, я не знаю. Вообще, что я могу сказать про эту игру? Что? Что? Откуда? Что? Так вот, что я могу сказать про эту игру? Это довольно неплохая игра. Я просто обожаю эту игру. Тут можно такое рубилово устраивать. Это... Вы даже не представляете, какое рубилово здесь можно устроить. Просто... Просто супер. Я вам гарантирую. Если вы скачаете Unreal Tournament 4 и вам нравятся шутеры, то я думаю, вам... Обязательно понравится эта игра. Это просто замечательная игра, замечательная рубиловка. Такое, на любителя тут вообще по-разному можно вообще, за кого угодно тут можно. Играть за кого угодно.
оружия много разного. Причем что массово поражение, что не массово. То есть, если вам нравится, то обязательно играйте, скачивайте, играйте. Это не спойлер, это просто мой вам совет. Если вам нравятся шутеры, то играйте. Так. Что? Окей. Что? А, блин, я уже давно не играл в это, я вообще не помню, что тут надо делать. Просто бред какой-то. Оп. Охренеть. Вот это меня только что шугануло. Зыбыс. Так, что тут за хрень у нас? Ага. Вот у нас тут трактор есть какой-то с флеймбол. С горючим веществом. Отлично, я сделал хедшот. Отлично. Еще хедшот. Еще. А, нет. Ох, нихера себе у меня башка-то. Башка-то танкая. А у девки был кровавый понос. Это просто жесть какая-то. Это я же говорю, я вам говорю, это не игра, это какое-то мясо рубиловое и жестокая вообще игра. Тут у девки кровавый понос, у мужиков тут анальные свечки торчат из задницы, из головы. Вообще жесть. В общем, я вам гарантирую, что если вы скачаете, поиграете, вам это понравится. Что-то мне это не нравится. А идите в задницу, наверное, а? Давайте, идите сюда. Давайте. Ходы сюда, мудак. Да, я должен защитить эту позицию. Давай, сучка. Попробуй, подойди, скотина. Что у тебя башка такая большая? Так, нам осталось еще одну минуту. Defend the side door switch. А, ну это ж вот эта байда, точно. Отлично, у меня 69 хп, это очень мало, но я возьму аптечку и вернусь. Обязательно вернусь. Я хочу ретранслятор. Тихо, тихо, по мне не стреляйте, а. Так, 34, 33, 32, 31, 30, отлично. Ай-яй-яй, меня убили. Сволочи, Я вам не дам! Сучки. О, черт, блин. Так, мне нужно оружие. Мне нужно оружие, поняли? Дайте мне оружие, мудаки. Отлично, мы защитили эту точку, это наша точка, ребят, понимаете, мы ее защитили, и это замечательно. Вот, в принципе, сейчас я вам продемонстрирую, наверное, еще один раунд в Unreal Tournament. Ой. Ага. Так, мы выиграли. Итак, почему я выбрал именно эту карту? Да потому что я хочу показать вам одну просто офигительную штучку. Транслокатор у нас есть. Сейчас мы его используем. Так, раз. Отлично, вот. Вот. Редемер. Смотрите, что это вообще такое. У него есть два вида стрельбы. Первый, это просто выпускаешь ракету. Второй, можешь ей управлять. Сейчас смотрю, нас начинают попускать, поэтому я покажу, как ей управлять. Итак, что мы видим? Столкновение. И у нас идет здоровенный взрыв, который может просто очистить этот дом вообще. И вот. Да. Да. Вот у нас есть портал. И вот, вот из-за этой пушки вообще стоит поиграть. Вот только из-за этой пушки даже стоит поиграть вообще в этот... Блин. Ну, я не знаю, ну, скачайте, поиграйте, ну, просто суперская игра, я не знаю. Я кого-то еще и убил.
Отлично. Да. Так. И хочу вас уведомить, что только на некоторых картах есть вот этот редимер, то есть избавитель, как на русском языке он называется. Избавитель. Потому что этот избавитель трансхакатор. Так, мне нужно срочно затранслоцироваться туда. Оп. Оп. Отлично, я вернул флаг, и теперь я могу спокойно идти убивать врагов. О, slow motion такой, хоп-хоп. А, я не знаю, почему у меня уже глаза слезятся. Давай. Оп. Я всегда поражался тем, как я умею четко вообще. Вот. Давайте посмотрим. Оп. Что? Что? Killing spree. Я засунул в дыру. Я засунул в дыру, судя по чату, какого-то пола или хола. Отлично. Что? Простите, что это такое? Что? What the fuck is this shit, motherfucker? Отлично. Rampage. Ух ты, у нее ногу оторвало. Useless, бесполезен. Да иди ты в задницу, это ты бесполезен. Я тут всю команду вытягиваю, понимаете ли. Со снайперки тут сижу и дрючу всех, как малых детей. А ты бездействуешь, скотина, ты сволочь, дрянь. Просто тупорылая. Ты кто? Уйди. Уйди отсюда, нахуй. Простите меня за маты. Уйди, это моя точка. Говнарь ты тупой. Попробуй только мой избавитель забрать, педрила ты сраная. Я тебе дам потом пилюлей. Отойди нахер. О! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Массовое действие. Ту-ду-ту-ту-ду-ту-ту. Что? Что-то я не понял. А, впрочем, хрен с ними. Хедшот. Ёптить на. Давайте-ка, хедшотик я вам устрою сейчас. Нет! Срань господня. Доминейтинг. Дабл килл хедшот. Дабл килл хедшот, это... Еще просто жесть. Еще этот slow motion, epic slow motion, с которым они падают, это... Вообще просто жесть. Неимоверная жесть. Давайте. Короче, ладно, я... Пошел-ка я петушок, наверное, парочку мудаков завалю-то. Давай, попробуй, что ты? А? Только это и можешь, да? Гнать только можешь. Сейчас тебе пилюлей сделаю, понял? Отлично. О, это ж был сам воискуситель воплоти. Отлично, я подобрал шок этот. Так, давайте, Rocket Launcher. О, вообще лучше еще. Опа! Что? Как я разбился? Это нереально. Блин, я, кажется, забыл гравитацию мутатор поставить. То скопичу. Ладно, сейчас мы все это обратно разрешим. Отлично. Отлично, я убил еще какую-то стерву. Сейчас. Оп. Обойма. Обойма, 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 хоп.
Хоп, хоп, хоп. Теперь берем вот эту байду, которая очень хорошая. Начинаем всех разносить. Вот так вот. Опа, опа, опа. Сами начинаем идти потихонечку. Потихонечку прорываемся среди обороны. Опа. Чёрта с два. О, чёрт! Я его не заметил. Как вы вообще пропустили, мудаки? You have the flag, return to base. У тебя есть флаг, возвращайся на базу. Да ладно. Знаете, не хотел возвращаться на базу. Ладно, я не хочу делать этот ролик сильно длинным, поэтому я по-быренькому сейчас закончу раунд этот. Да, нет, давайте пополним снаряды. Я у себя пополню снаряды. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, чувачок. Так, отлично. Assault Rifle. О! Вот это просто четко. Вот это понимаю, по-мужицки. Это как Рэмбо с двумя пулеметами ходил, вот так и я буду сейчас ходить. Так, та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Тыщ-тыщ. Меня чуть не сбросили. Вы там видели, 4 ракеты было. Печаль. Ладно, думаю, на этом закончу. Если вам понравилось, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь. Всем пока.